Поэтому давайте, друзья, ей сделаем самый необычный обмен в мире. Очень давно я не был в Adopt Me. Тут вышли какие-то обновления, куча обновлений. Так, для начала вышла гоночная трасса. Ее можно построить в собственном доме. Как это сделать? Гоночные трассы. О, так. Какие-то есть. Давайте посмотрим, как ее строить. Ого, ничего себе. Какая она большая. Теперь берем вот такой поворот. О. Теперь уменьшу. Теперь пододвину сюда. Есть, наконец-то я ее сделал. Фух. Теперь есть за $88 какая-то вот такая штучка. А это, наверное, метка. Ага, потом есть еще что-то за 1200, 1700. Это старты. Ага, понятно. Опять я упал. Да что ж такое? Стоп, стройка. Иду наверх. Попробую теперь здесь вызвать свою машину. Ну, вот такую. Надо же, она здесь вызвалась. Прикольно. Так, если я наступлю на это ускорение. Фух. То есть оно здесь работает. О, оказывается, у меня машина еще не только ездит, но и плавает. Только главное мне не захлебнуться. Авария, ребятки. У меня произошла авария. Я лежу вверх ногами, но волшебная сила Adopt Me меня подняла. А сейчас, внимание, очень важная новость. Скоро школа. И тех из вас, кто уже учится или только идет в первый класс, вам, конечно же, нужны будут школьные рюкзаки. А у нас в магазине есть классные рюкзаки папа и дочки. Сейчас посмотрите, что я вам про них расскажу, а потом будет очень важная информация. Уже скоро школа, и пришла пора выбирать новый рюкзак. И лучше всего, чтобы он был эксклюзивным и удобным. Мы предлагаем целую коллекцию школьных рюкзаков. Всех цветовых оттенков на любой вкус с брендом «Папа и дочки Games». Аришка себе такой купила. Мне очень нравится. Он отличного качества. Цвета очень яркие. Много отделов. Очень удобный. Закажи себе такой рюкзак. Он будет у тебя один такой в классе, а возможно и во всей школе. Также для школы можно выбрать классные пеналы с нашими логотипами. Вот такой красивый пенал. И блокноты, и школьные альбомы. Замечательный альбом для рисования. И даже ежедневник. Чтобы заказать, переходи по ссылке в описании под видео. Или заходи на сайт papadochki.ru. Итак, друзья, важная информация. Все, кто до конца сентября ВКонтакте пришлет свою фотографию с нашим рюкзаком, тем я подарю небольшой кэшбэк 50 рубаксов, ребятки. Все, кто пришлет фотки, там нужен будет ваш ник, с нашим рюкзаком получат 50 рубаксов. Только вы обязательно вступите в мою группу в Roblox, иначе я вам не смогу подарить. Но вместо 50 рубаксов, если вам они не нужны, напишите в комментариях, что вы хотите питомчика. Вот, все, ребятки, покупайте новые рюкзаки в школу от канала «Папа и дочки Games». А я иду в центр города. Но сначала надо переодеться, а то вдруг меня кто-нибудь узнает. Переоденусь вот в этого. Пойдет, никто меня так не узнает. Все, летим в центр города. Кто даст райд или флай, или пета за легендарку? Ну... Райт или Флай Пета за легендарку. Давайте какого-нибудь питомца ей дадим. Какого-нибудь простого Райт Пета. Или Флай сейчас найдем. Ой, уже отменила. На тесты не ведусь, петов не даю, я не скам, девочка пишет. Ребят, я здесь тусуюсь, мне просто интересно посмотреть, что вообще происходит сейчас в Adopt Me. Пишет, у меня нету петов, призрачный кролик, кто может дать? Райт Флайт, нет, за необычного снеговика. Посмотрим, что за необычный снеговик у нее. А, необычный снеговик. Ребятки, ну у меня тоже такие есть. Давайте поменяем сейчас не он снеговика, на обычного снеговика. Посмотрим ее реакцию, что она скажет. Она прыгает, ребятки, она прыгает. Спасибо. ПЖ напишу. Меня дочки научили говорить ПЖ. Вот девочка какая-то грустная сидит. Давайте сядем рядом с ней. Она почему-то отсела от меня. Сяду опять рядом с ней. Она отбегает. Она вообще зомби, ребята.
Иностранная девочка-зомби. Я что-то увидел. Все эти куклы имеют равные шансы быть развернутыми. Что? За 900 завернута кукла? И что теперь с ней делать? Покормить? Взять в руки? Это что за мумии такие? Я даже не знал, что это такое. Активировать за 45 рубаксов? Ребятки, давайте. Вы ставите лайк, а я активирую за 45 рубаксов. Ну, с вас обязательно лайк. Давайте. Раз, два, три. Посмотрим, что это такое вообще. Ничего себе! Ух ты! Это кто? Пиноккио? У меня Пиноккио какой-то? Ты кто, ты пет? Это питомец. Написано необычный. Что? Куда ты меня направляешь туда? Это что значит? Я тут увидел у девочки написано, у кого есть Flyride Хладногнев. У меня есть, хочу узнать, что это значит. Я написал, что у меня есть. Go trade, говорит. Ну давай трейд. И что? Что она мне предложит? Человек искал флайрайд Хладногнева. Рода легендарка одна. Редкий предмет и редкий предмет. Не-а. Ты что? Нет, конечно. Пишу. Он за рубаксы, а ты даешь петов из яиц. Не очень обмен. Он пишет, у меня 2 за РБ, а я ему пишу, что у меня такие есть. Сейчас я ему покажу. Пчелку теперь надо показать. Потом зайца надо такого найти. Заяц, где заяц? Где заяц? Редкий предмет. Я ему показываю. Заяц. Flyride. Вот. Ну вот, он пишет, понятно. Пиноккио. Представляете, у меня прям питомец Пиноккио. Откуда он взялся? Что происходит? Непонятно. Меня ведут куда-то домой, что ли? Да, это мой дом. А дальше что? Да мне не надо домой! Пиноккио, зачем ты привел меня домой? Ладно, я снова переоденусь. Но переоденусь сам в себя. Теперь мне интересно, узнает меня кто-нибудь или нет? Первый, кто меня... Ой, Пиноккио, хватит лежать! Пиноккио, что с тобой? Ты заболел? Бедненький, заболел! Или он просто устал? Устал, ладно, отзову его, пускай он у меня в инвентаре спит. Сейчас я хочу выйти из дома и зайти кому-нибудь в гости, в какой-нибудь интересный домик. И посмотреть, может они построили какую-нибудь постройку. Так, давайте сюда заглянем. Здесь ничего интересного. Такс. Вот, дворец есть. Большой, сейчас зайдем, может тут что-то интересное. Давайте. Здесь. Так, там питомчик. Здесь сделан ремонт. Ну, что-то такое. По-моему, здесь заводские настройки. Касса. За то, что я пришел, давайте дадим ей. Ух ты, снова 50 долларов. Ладно, 1 доллар дадим. Зайдем сюда. Нет, здесь пусто. Неинтересный дом. Давайте посмотрим. Может, здесь кто-то что-то построил. Здесь закрыто. Тогда зайдем сюда. Так, Диана, меня выгнали. Эй, что за дела? Ребят, здесь нет каких-то классных супердомов. Просто обычные домики. Новые кареты появились. Дорого стоят? 1000 рубаксов. Эх, я бы хотел себе такие купить. Прогноз погоды. Сейчас солнечно, потом будет кактус, потом будет солнечно, потом осень, потом солнечно, потом дождь, потом солнечно. Ого, тут тоже кто-то на Хладногневе летает. У кого-то дракон. Вот такой, у меня такого пета вроде бы нету. Кто-то на снежке гоняет. Похититель какой-то написано. Трейд шары. Трейд шары. Так, ну давайте, девочки, трейд шары сделаем. У меня вроде таких нет. Пишу, что хочешь. Что можешь дать. Пишу, все. Ну давайте, друзья, ей... Сделаем самый необычный обмен в мире. Дадим ей за шарики райд зельку. Смотрим.
Подтверждаем. Какая будет реакция у девочки сейчас? Ты меня не знаешь, спрашиваю? Эх, жаль, что она меня не знает. По-моему, на этом сервере меня никто не знает. Ладно, посмотрим, кто что тут еще делает. 18 пентов на райд питомца. Давайте-ка, ребятки, выберем вот. Например, райд питомца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И еще один. 18, 19, что ли? Ну, подтверждаю. Ребятки, у меня совершенно пустые питомцы, но зато их огромное количество за одного райд-пета. Напишите в комментариях, это выгодный обмен или нет. Я, если честно, не знаю. Я привык просто так дарить питомцев, а тут целых 18 мне в обмен дают. Все, трейд состоялся. Обалдеть, у меня 18 новых петов. Пускай даже если они самые простые, но их целых 18. Так, что я увидел? Я увидел какие-то новые подарки. У меня такой машины нет. Ее надо срочно добыть, ребята. Так что в следующем видео мы с дочкой будем открывать подарки. Давайте проверим, есть у меня подарки. Да, есть у меня еще 139 подарков, поэтому подпишись на канал, поставь лайк, мы откроем подарки, я хочу выбить вот эту машинку. Все, хорошие денечки, с каналом папа и дочки. Всем пока-пока. Ну, а здесь я что-то сегодня только несколько прикольных моментов нашел. В следующий раз будет больше.